написанный нашим современником, канадским пианистом и композитором Марком Андре Амленом. Сам он неоднократно говорил, что музыка может вызвать у слушателей не только глубокие переживания, но и улыбку, и даже смех. Свой блестящий и виртуозный цикл вариаций Амлен мастерски вплетает остроумные цитаты и шуточные оммажи великим классикам – Бетховену, Шопену, Листу и другим. А в какой-то момент в повествование врываются даже современные танцевальные мотивы. Марк Андре Амлен. Вариации на тему Паганини. За роялем Даниил Малюта.